Это профилактическая операция «Водоисточник». Под надзором Рахима Туркменова пожарные отрабатывают схему бесперебойной подачи воды к месту тушения огня. Это мероприятие проводится ежегодно и в первую очередь служит проверке противопожарной безопасности социально значимых и образовательных учреждений. Ежеквартально проверяем, плановые, внеплановые мероприятия проводим. То есть при проверке особое внимание уделяется следующим требованиям. В сети противопожарного водопровода как бы должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Рахим Туркменов в противопожарной охране более 10 лет. Стать огнеборцем он мечтал еще со школьной скамьи. А сейчас начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Адыгейхабльскому и Ногайскому районам, капитан внутренней службы. Со школьных годов видел, как с пожарной спасательной части приезжают пожарные, как они тушат жилые дома. Вот как, помню, возвращался со школы, видел пару раз, как они тушили дома, как помогают людям. И вот в связи с этим я проявил инициативу, как-то вот еще вот мысли такие были. И в связи с этим вот захотел вот именно поступить именно в МЧС, именно в Санкт-Петербург. У Рахима Туркменова сейчас важная миссия. Он будет представлять Карачаево-Черкесию во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Чуть ранее он победил на региональном этапе и стал лучшим в Карачаево-Черкесии дознавателем органов государственного пожарного надзора. Во всероссийском финале Рахим нацелен только на победу. Секрет успеха, по его мнению, заключается в том, чтобы постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и знания. А подобные конкурсы – это очередной шаг к движению вперед. Анета Дышекова, Эмили Маркарян, Архыз 24.